Девушки хотят выглядеть сногсшибательно в любое время года. Но летом, когда платье становится короче, а кожа темнее, хочется украсить себя самыми необычными и изысканными украшениями. Сегодня мы познакомимся с девушкой, которая готова создать их специально для вас. Меня зовут Лянка Анастасьев. Мне 21 год. Недавно исполнилось. Я занимаюсь украшениями. Они сделаны из золотой нити и серебряной. Я вяжу крючком из золотой и серебряной нити. Не буду хвастаться, но в действительности это бижутерия уникат, только я вяжу крючком. Крючком из золотой нити. Откуда вообще пришла эта техника? Где ты ее нашла? И... Техника вязания крючком, она стара как мир. А вязание крючком, не могу сказать, что я его придумала. Я просто нашла нить и подумала, что будет, если я буду вязать из золотой нити, а не из простой. Я занимаюсь хендмейдом с 12 лет. Воу. Это были всегда украшения или это было что-то другое? Я начинала с квиллинга, это кручение бумажек. Потом начала делать бижутерию из меди, из самых простых материалов. Ряд украшений достаточно широк. Диадемы для невест, и не только для невест. Они сейчас могут, диадемы могут носить кто угодно. Коронки, и начала недавно делать браслетики на ногу. Не так часто встретишь девушек, которые их носят. Куда их можно надевать, и в чем сложность их изготовления, или это не сложно? Культура браслетиков на ногу, я думаю, появилась и из Индии. Там невесты, как принято на свадьбу, должны украшать себя чем-то. И вот я увидела на одной фотографии украшения, которые были на ногу, и они очень красиво подчеркивали красоту. Браслетики на ногу принято носить с высокими туфлями и закрытым носочком. Украшение, которое вот видно здесь, это надевается на ногу, а это украшает подъем. Я покупаю материалы за границей, использую хрусталь и жемчуг из керамики. Женственность, утонченность и шарм – это то, что вы будете излучать, надев эти украшения. Кстати, отдельно хотелось бы поговорить об этих сережках. Они у тебя распределены по каким-то категориям отдельно? У каждого есть... То есть это линии сережек или что это? Расскажи, почему на них разные надписи? Они на карточках. Карточки с сообщением. Недавно я начала делать приглашения для подружек невесты. Вот, например, вот этот Bridesmaid. На румынском это будет Vrei să fii domnișoara mea. На русском можно поменять «Хочешь ты стать моей подружкой невесты?» Да. Есть карточки с другими пожеланиями. Да. У меня нет какой-то стратегии, чтобы продвигать меня. Я делаю то, что я люблю, и делаю это качественно. Мои украшения, в них есть изюминка. Я думаю, это мой успех.